Цель проверок – профилактика детского дорожно-транспортного травматизма. Особое внимание уделяют обследованию школьных территорий и прилегающих к ним улиц. Сотрудники ГИБДД проверяют наличие предупреждающих знаков, которые должны быть хорошо видны водителям и пешеходам, состояние дорожной разметки и асфальта. Немаловажно наличие ограждений. В помещении школы или училища инспекторы вместе со специалистами управления по образованию и науке оценивают готовность учреждения к обучению правилам дорожного движения. Об этом говорит и наличие уголков безопасности, а также необходимой методической литературы. Подобные мероприятия проходят по всей стране. Инспекции специально намечены на середину августа, чтобы школы, училища и колледжи могли за оставшиеся до первого звонка дни устранить обнаруженные недостатки.